В... Ах ты, бомж! Буду царапать, дальше стоять! Привет, дорогие друзья, с вами Дима, Стаканчик, Данил Топ, King on Fire. Пацаны, скажите веселые слова. Всем привет. Всем привет. Давно у нас не было рубрики, аниматроники пугают охранника. Карта FNAF 1, я злобный аниматроник, пацаны должны продержаться максимально долго, не умерев. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Сегодня они будут веселиться, играть, но нет, я иду отключать им свет, чтобы у них энергия тратилась. Да-да-да-да-да. Конечно, пацаны. Конечно, конечно. Пацаны, у вас энергия тратится теперь или нет? Да. И очень быстро. Так, я приближаюсь. Вот теперь у нас будет все по-честному. Долго дверь нельзя будет держать открытой, потому что вы, пацаны, сольетесь. Я слышу, уже открывают. Так-так. Хорошее, хорошее начало. Мне нравится. Напишите в комментариях, ребята, смогут ли они продержаться хотя бы 5 минут без проигрыша. Ну, конечно, я могу сделать специально, чтобы вы не затащите. Да молодцы, молодцы. Разогревочка у нас хорошая. Ой, ты, блин, я же нажимал ударить. А все, я за угол убежал. Не успел, не успел. Ах ты, блин, не пустил меня в вашу коптерку. Хорошо, хорошо. Сейчас будем брать другого аниматроника. У нас сегодня очень много будет разных больших при том аниматроников. Давайте звуки поиздаем. Кстати, следующая рубрика. Мы будем записывать «Угадай аниматроника» по звуку. И напишите в комментариях, чтобы я подписчикам задавал задания, угадывали они или они мне. Сукно фантом, он нас не убьет сразу. Да, кстати, это ты прав. Хорошо, мы тогда возьмем, который сразу тебя убьет. Давайте достаем российские рубли. У нее такой смех. Тебе не нравится, что ли? Ну классный же смех. Нет, такой. Да-да-да, прикольный. Смотри, как я могу. Иди сюда, иди. Я вот так могу стоять, типа как директор. Ну я подошел. Так я ж тебя убью. В смысле? Никогда не испытываю аниматроника на прочность, потому что они всегда сильнее. Это есть выражение «никогда не дерись с батя, потому что батя всегда сильней». Вот это и так со мной. Зря ты там сидел срал, надо ходить в туалет, а не по за углам. Ты смотри, пиццерию мне решил загадить, и так тут куча мусора валяется. Так, я вижу, энергия у вас все тратится? Да. Тратится. Да. Тут столов нету. Эй, хорошо. Так, так, так. Я сейчас возьму аниматроника, который всем нравится. Привет. Слышите, звуки новые добавили? Да. Как жизнь? Хорошо. А ты, блин, ты что, увидишь, что я бегу назад, да? Ах ты хитрый, да. Ах ты хитрый. Ну, блин, ну, классная карта тем, что я знаю, энергия рано или поздно у них кончится. Мое дело так делать, чтобы у них постоянно было закрыто две двери. Так. Закрыто. Закрыто. А, у них было открыто с той стороны. Ого, прикольные такие скрипы на этой карте, мне нравится. А я иду веселиться за чайку. Я вам сейчас как сюда станцую Макарена. Да. Вот, пошел танцы от чики. Макарена, эй! Ладно, пошел. Нормальная концовочка. Ой, начало. Побежали, О! Мне понравилось. Да что уж вы. А, я буду танцевать, а не убивать. Вместо убийства я танцы делаю. Я забирайте. Сослался. Забирайте своего подлеца вонючего. Пацаны, энергия садится? Да.
Это почти кончилось уже. Да. Ну что ж вы. Дайте мне ключ, я побегу, сейчас энергию надо выделять. Давайте, кстати, у вас есть шанс включить себе энергию. Давайте, это будет по сюжеточке у нас. Я пожертвую свой. Давайте так посмотрим. Я иду, я иду. Это очень темная Беги. Часть карты. Через эти столы. А я тебя вижу. Я тебя вижу. Где? Так он ты ключ забыл. Что ж ты без ключа-то пошел? О, теперь у меня быстрый режим есть. Он сзади. Включите открывай. Зал. Быстрее открывай. Да не зашел еще ж. Открывай. King of Fire. Я вам включил энергию, пацаны. Спасибо. Пополнилась эта энергия у вас? Да. Да. А я думал, надо в подвал спускать. Давайте посмотрим, что там в подвале. Там же генератор вроде бы должен быть, да? А, надо ключ. Я без ключа не могу. Давай. Да как ты так быстро? Ой, я проверил. Я же забыл, что он бьет на расстоянии. Нельзя. Нельзя, я знаю. Давайте попробую понажимать тут что-то. О, смотри, как я могу. Давай. Кто там? Я в окошко смотрю, я забыл. Это очень классная анимация, красивейшая просто, круто сделано. А у нас открыто. У тебя такие большие глаза. А видно через двери мои руки? Да, и уши. Эй, уши. Открывай. Да блин, я забываю, что он бьет на расстоянии, хотел как-то по-другому анимацию сделать. Но не получается. А вот такая у нас есть. Чика. А, это не та. Сейчас, 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 сейчас. О. А, я помню, ты показывал там, Чика вылазит из компьютера или чего. Да, да, да. Игровую. Скоро у нас будет рубрика, будем проверять все анимации аниматроников. Проверять и изучать, и смотреть, какая самая лучшая. Да я хотел по руке дать, а он бьет на расстоянии. Хорошо, не буду стоп-пака брать. Во! Вот это точно будет убивать так, как я хочу. А ну-ка, слушай внимательно. Ты знаешь, что через стекло, если ты высунешь хоть чуть голову через стекло, я тебя замочу все равно. Давай. Даже... Нормально? Я же знаю, что это очень психованный аниматроник. Я знаю, что сейчас у вас энергия сядет, и я уже ее включать не буду. Так, садится, все, давайте делаем так, чтобы у них энергия максимально быстро села. Пацаны, открывайте, закрывайте, там... Нет, я буду не давать вам это делать. О, привет! Что ж вы невнимательные? Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Убегаю, убегаю, убегаю. Так, отлично, половина энергии уже села. Так, он, иди пожертвуй, с тобой в водоплавильном энергии. А, я не дам. Идёшь меня. В смысле? А там, стоп. А как ты так быстро туда-сюда? Я на shift могу перемещаться. Так. Так. Вас сколько там, двое? Собой. Кто пошел жертвовать собой? Угадай. Так там ты ключ забыл. Да ну что вы без ключа не откроете калитку? Привет! Что ты? Да что ты говоришь? Я не разрешаю никому так делать. Я только могу так делать. Баночка удачи была. Все, давайте, берите ключ, идите, восстанавливайте энергию. Пошел. Вижу. Увидел меня, да? Да. Открой. Открывай. О боже, что это? А я тут с палинки сижу. О, кстати, у меня тень падает, хотя я невидимый. Так. Так.
Это что такое? Ты невидимый. А что это? Я нажал генератор или что? Я ничего тут не вижу здесь. О, привет! Привет! Вот где мы встретились с вами. Это же ключ вам надо для того, чтобы был дверь открыть. Вам ключик сюда не надо. Во! Извини. Открывай! Ой, да блин, да что ты? Как вам такой аниматроник, а? Убийца. Не могу подобраться к ним никак. Блин, стекло бронированное. Смотри, как я могу делать. Смотри на стекло. Анимацию смотри. Офигеть, это что-то новое. Раньше не было этой анимации, это добавили. Я буду вам царапать и выцарапаю здесь дырку вам в стекле. Ах ты бомж. Буду царапать дальше стоять. Офигенная анимация, она мне нравится. Только вы открываете дверь с моей стороны, где я буду приближаться, я буду вас всех мочить. Открывай двери. Я танцую. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Никак не подобраться. Ой. Открываете? Да, энергия уже пополнена. Так, попробую дверь как-то выломать. Нельзя. Как это нельзя? Можно. О, еще одна анимация новая. Ха-ха, прикольно. Открывайте, я к вам пришел. Я буду стучать, пока не разобью вам стекло. Ну, открывай. Эх. Надо подловить. А это как было? Нельзя, 4. На расстоянии. Представь, так ночью реально встаешь, и аниматроник тебе так в окно стучит. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!